Добро пожаловать на «Минуту творения». Я Эрик Ховенд. Был ли на самом деле всемирный потоп около 4400 лет назад? Скептики утверждают, что это всего лишь миф. Однако есть неоспоримые доказательства того, что потоп действительно имел место быть. У более чем 270 народов по всему миру существуют легенды о потопе. Геологи находят следы массовой эрозии почвы по всему миру. Залежи угля опоясывают всю землю, и некоторые из них толщиной в несколько сот метров. Даже на вершине горы Эверест люди находят раковины моллюсков. Когда моллюск умирает, он расслабляется, и раковина раскрывается. Эти же моллюски были найдены закрытыми на расстоянии около 900 километров от берега, на высоте 10 километров над уровнем моря. Итак, был ли на самом деле всемирный потоп? Факты подтверждают это. Сообщите нам, что вы об этом думаете, на интернет-сайте creationminute.com.